На лесном проспекте снимают старое покрытие и укладывают выравнивающий слой. За ходом ремонта следят специалисты городской администрации и дирекция по строительству Республики Карелия. Последняя ведет лабораторные исследования асфальтобетонной смеси. Наблюдают за процессом и общественные контролеры. Общественные контролеры принимают непосредственное участие в оценке качества выполняемых работ. Собственно говоря, при выявлении тех или иных замечаний информируют об этом как администрацию заказчика, так и подрядчика. К этому участку повышенное внимание. На отрезке дороги от Лососинского шоссе до Карельского проспекта 3 года назад незаконно, без разрешения администрации города, проводил ямочный ремонт другой подрядчик. Так как работы проходили с нарушениями, сейчас дорожное полотно находится в аварийном состоянии. Среди главных дефектов – многочисленные выбоины и колейность. Больше всего от самовольного ремонта пострадал мост. Там более серьезные дефекты, чем образовались уже с прошлого года, когда здесь производилась дефектовка. Поэтому на сегодня мост еще пока не отфрезерован. Буквально завтра с представителем подрядчика и администрация, и технадзор встречаемся, определяем техническое решение. Всего этим летом в рамках национального проекта в карельской столице будут отремонтированы 11 дорог и тротуары на 3 из них. На лесном проспекте работы планируется завершить к середине июня. Ксения Ларина, Иван Пахомов, служба новостей.